Всем привет, с вами Декстер, мы играем в игру Bakugan Defenders of the Core. И у нас 9-я миссия, наша миссия называется Head Toward the Vexus Crystal. Head Toward, голова впереди, ну типа, лицом к лицу с Vexus Crystal. Man, I'm really getting sick of you guys getting in our way. I'm stopping you, no matter what it takes. You think you're so cool, don't you? I'm gonna enjoy humiliating you. Get cards set! The cards set? Ну да, мы сражаемся против Вентуса, потому что это я его, скажем так, по его одежке понял. И он же вроде... А, нет, он с нами, его буквально не дрос. Вот, у нас, кстати, эволюционированный драгоноид, кросс-драгоноид. Юбда, кстати, может там не будет. Ну, нам нужен Вилда, потому что, да... Ой, блин! Чёрт, фу ты, Вентус. Немного прибыл, просто я думал то, что Вентус притягивает к себе Вентус, потому что... Это Вентус. И нет, я ошибся. Чёрт, да. Ну ладно, я же перестал уже, в принципе, так что... Что люди делают рядом с вулканом? Это что за фигня? Он, кстати, похож на того хаос, на ту хаос-ловушку, которая была белая такая, с синими щитами, крепость. Но я думаю, этот будет побыстрее, по-моему. Не уверен. Ну, хотя, может быть, как бы, он же более такой, не знаю, по подходцам тела. Ладмарк, я даже не знаю, как... Stand in that lava and you're toast. You might want to stay in the air as much as you can on this one. Лава жизни снимает. Ха, нифига себе. Офигеть, лава жизни снимает. Еще один. Почему кристалл пропал? Surprise. These new ones actually teleport to safety when they sense danger. So looks like you're gonna have to chase it around if you want to break it. Man, they're just toying with us now. Watch your map, guys. You can find its new location every time it moves. If your opponent's hitting you hard, кристаллы, они телепортируются, если чувствуют опасность. Вот это кристаллы, новейшие технологии. Больше считал это, потому что... Ну офигеть, это просто... Я просто не знаю, что... Дрохнули? Там телепортир, тут по-любому, вот... Вот так. А, вон он даже. А? КЛ... Как? Так, кстати, небо почему-то. Раз и два, все, вдруг. Все пошли мочить. Хилыши? Хилыши? Это странно. Ну что ты не делал? Блин, я не понимаю, как они это делают? Ты точно там 5 раз делал комбо, а дальше как, если он сразу не бьет кулака. А хотя может быть шарами, ладно, ну да, огненные шарами.
почти загробли. О, да стойте, карточка, типа. А, типа, сейчас он... Я насколько помню, Алтер такой, как игрок. Коша. О! Два Бакугана? Нифига себе, конечно. Это что еще за фигня? I'll get you for that. Я вспомнил, точно. Алтер является его главным Бакуганом. Ай, блин. Короче, тот ворон или птица, вообще не знаю кто, он является вторым, ну как бы, главным Бакуганом. Но там у него есть какой-то, у него есть какой-то прикол. Он вроде, да, он вроде соединяется с Алтером и получается один гигантский Бакуган. Не гигантский, но Бакуган. Wild? Ну, в принципе, да, даже его имя само не знаю. Что Wire это провод, а Wire это соединение с проводом. Ну, в принципе, это получается как... В принципе, это получается как... То, что он соединяется с Алтером, и получается один большой. Он, ну, просто, знаете, как... Один довольно крупный, плюс другой довольно крупный, получается... Пипец крупный. Так что... Чё? Комбо бонус C? Наверное, я это... CSS. Ну, блин, 5 ударов! Как? Я еще раз говорю, я, блин, не знаю, как мне там дальше делать комбо. Хотя, может, надо будет попробовать, чтобы квадратик, там 5 комбо сделаю, и потом треугольником, либо ноликом. Тогда, может, получится и дальше уже продолжать комбо, потому что я вообще что-то как-то не врубаюсь. You'll pay for this. Guys, the earthquakes have stopped! It looks like that was the last of the Bexos crystals in the area. Well done. You've restored even more of my power. Try making even bigger holographic towers. Они вот, кстати, слышат? Это ядро, или как оно там на себя называется? Видение. Видение. Really? Okay, let me make some adjustments to the projector. Опа. Это похоже на кнопку, знаете, не нажимайте, тогда мир не взорвется. Дэн, Гручо, come in. The Vexos are searching for a way to reach the Earth's core. Abyss. The Vexos have started digging in Egypt. Что-то Вексосы начали копать в Египте в поиске чего-то там, чего-то. И это такой Abyss, наверное, в поиске этой фигни, вот Abyss. Видение. My lord, Spectra, I've done as you requested. I've tricked the resistance, and they're now on their way to Egypt. Well done. Сделал. We'll have them right where we want them. I'll open the portal to the core. Конечно, я в принципе догадываюсь, какая была графика, если бы делали, если бы эта игра вышла в 2016 году. Опа, Бакуган Эволюшн Эвелиаби. О, типа мы можем эволюционировать нашу Бакугана? Я выберу песню, потому что он темный такой, мне больше нравится. Midnight Person. Полуночный Person. Вау, йоу, круто. Excalibur. Насколько помню, Excalibur это меч этого, короля Артура. А, если я не ошибаюсь, конечно. Ну, на этом получается у нас все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер, всем удачи, всем пока.